Выезжаем. Камуфляжная команда. Липкий звук. Так вот, такой день сегодня солнечный. Прям хороший. Но всего 5 градусов тепла. Мы едем в гости к Марине Баттл. Это дочка Лены Баттл, блогера. Мы с ними познакомились 2 года назад в Черноморском. Они меня узнали на пляже. И с тех пор дружим. Но мне кажется, что их знаю уже очень много лет. Лена сейчас в Твери у мамы. Так что мы едем к Марине. Марину вы видели, кто смотрит. Она летом приезжала ко мне. Мы с ней шашлыки жарили. Отдыхали. Вот она весь год проработала в больнице в красной зоне. Сама переболела. Вот сейчас посмотрю на нее, как она выглядит. Да я думаю, что хорошо. Она девушка веселая, энергичная. Собака у нас закрыта в клетке. Пропало доверие все. Вчера мы приехали с Даней. Парень разгулялся в квартире. Понатворил все, что мог, что достал. Так что сегодня в заключении. Что-то горит. Ужас, прям дым черный валит. Мои сталинки любимые. Слышишь? И плюс там это получается, это, короче, коммерческая типа недвижимость. То есть там прям типа бешеная, это типа коммуналка. Понимаешь? Да, я знаю. И про недвижку у нас споры идут всю дорогу. Как он сказал, типа я у него спрашиваю, типа, как вообще положить типа, отель. Он сказал, типа, нормально, но типа, сейчас вот уже готовят закон, который приравняет типа, апарт-отели к обычному жилью, по сути, запретит. И тогда должна коммуналка меньше стать, и можно будет написаться. Ну, и объезжаем пробки, и получается, едем такими кругами, что никак не доедем до Марины. А сейчас они что стоят? Мы туда едем, в ту сторону. Да. О, где он кукуруза-то стоит? На том берегу. Сейчас против солнца будет. Ну да. Снимать. Там потом поудобнее будет. Мы ближе будем. И... Угу. Ну так, а слышишь, Даня, так может, да. Нам просто... Сашка, тут хочу жить. Я хочу тут жить, да, вот здесь прям. Вот, отдельный дом, и чтобы мой был. Да, и прям набережная, прикинь, как классно. А вот двор вышел, и только твое. В трусах и в футболке, да, вышел? Да, ну вот это типа, знаешь, как граф. Вообще идеально, я считаю. Граф, да, граф. Вон те особняки. Ага. Они тоже продаются. Это что такое, сет? Особняки на Крестовском стоят по 300-350 миллионов. А, вон там, вот там. Это, Саша, это Елагин, это дом Елагина. Вот это еще лучше. Он не получается, это Елагин, я хочу, все равно. Нет, Елагин, получается, остров, это мамка, там, ну, самые, типа, получается, дорогие дома, да? На Елагином острове один дом. Вот тот желтенький? Да, который является культурным наследием, он не является жилой собственностью. Погоди, а мы где были? На Крестовском. А, ну ладно. Елагин — это парк. Типа, это парк. Так что какая там квартира? Дом. Какая там ипотека? Саня, подавай поместье! Это была собственность.
есть там то ли графа, то ли еще кого-то. Это остров, да? Я не знала. Ой, я вообще в этом месте не была, по-моему, никогда. На этой набережной. Ну, машины. Еле едем. Дайте посмотреть. А, вот это и мост тут. Вот, видимо. А это военно-морская академия напротив. Не мама твоя писала. Сюрприз мама для тебя готовила, наверное. А, о, какой мост туда, на этот Елагин остров. Это вот нет, это не Елагин остров. А, это просто улица. Подожди, так это не Елагин остров тогда получается. А почему? Ну, потому что на Елагин остров нет проезжей части. Это значит еще что-то. Живете в Петербурге, знать не знаете. А, подожди. Он дальше будет. Да, он Елагин остров дальше. А это... Ой, ты что ж так? Я не была никогда в этом районе. Значит, это был не Елагин остров. Я говорю, я бы вот в такую квартиру бы хотела, в таком доме в Сталинке. Реально. Это же дом, походу, дел типа на одну квартиру, что ли? Да, кто его знает. Он Юра-то купил квартиру у Татьяны Валерьевны. Там вход в подъезд, две квартиры. Представляешь, как хорошо. Правда, если хорошие соседи. Но все равно. Ой, какие дома. Обожаю районы, такие дома, такие, не успеваешь снимать. Вот я лайк. Ну так ничего не видно. Так вон же там типа дома стоят, да? Ты что-то мне говорил, что там нет домов. Может, это поместье? Вот, Елагин остров, да. Теннисный клуб там. Ой, музей, ой, ой. Дворец и такие технические здания. Ой, проехали. Такой дом красивый. Не успел. Хоть не выключай телефон. Это, типа, получается и чемпионаты мира, но вот этот... типа район, ну и вот эти, короче, кукурузы будут нахрен, типа, никому не нужен. Ну, как бы, типа, беговая, в принципе, всегда, типа, короче, считалась, знаешь, типа, таким спальником прям. Спальник-спальник. А тут, видите ли, ну все, делали метро. Видишь, как мероприятия, как меняют город. Круглый. Так я же тебе рассказывала. Так, блин, у нас же есть в Питере Салатары еще были при совке, получается, построены вот эти, короче, дома, как их называют, стаканы, по-моему, или как. У них он просто круглый, ну, узкий круглый, то есть маленький, как большой. А, там в центре круговой коридор, да, что-то такое. Да, там получается один подъезд. Как солнышко. И получается, типа, лифт. Отражается. В этом, короче, в центре дома прям. То есть, типа, посередине. Вот. Один подъезд и...
Ну, ехали почти час, и, оказывается, уже приехали. А где магазин-то у них тут есть? Вовремя, что видела. Я у Марины-то не была. У Лены была. Она тут тоже рядом. Это мы просто заехали с другой стороны. Ну, наши дворы не проехать, не пройти. Одни машины. Вот. Да, мы все такие. Да. В хорошем ты виде. Красотка. Мы это, получается, видели, кошка. Что-то в последний раз когда. Ну вот, приезжала мама. Да, ну. И прям что-то. Вот Алиса. Фреш, Алиса. Да. Я, да, да. Нету бабушки-то. Что ты там режешь? Угомонись. Есть чуть-чуть, да. Вот видите, девушка уже оценила. Да. Молодец, Алиса. Уже сама одела на себя. Все, а? Расти, будешь моей поклонницей. Да. Мы потом поделимся с бабушкой, с тобой по качествам своими. Она у меня приходит все время и одевает с рыбой. Это ее любимая игрушка. Вот. Я куда не прихожу с этой рыбой, у меня все дети ее снимают и таскают потом. Это любит рыбу вообще. Ну, вот, видишь, как, вот как любимая она. Любимая рыба. Ну вот, посидели, поболтали, понянчились с Алисой. Сейчас еще заедем к Саше на работу. Бедная у нас собака там в клетке. Пока мы приедем, уже будет ночь на дворе. А как оно вообще это называется? Лахта-центр. Лахта-центр. Тут ее зовут Кукуруза. Вот кто помнит, мы